Ну что, друзья, хайпанем немножечко. Здоровая Apple Finder у микрофона. И, казалось бы, уже все, надежда погибла. Она, кстати, умирает последней. Поезда ушли, самолеты уплыли, пароходы... Мой дорогой и многоуважаемый зритель, сегодня поговорим с тобой о единственном выжившем приложении, которое все еще способно качать музыку из социальной сети ВКонтакте в высоком разрешении и качестве, слушать ее в офлайн, естественно, поэтому присаживайся поудобнее. В общем-то, ничего сверхъестественного нет. Спасательную шлюпку в виде приложения SV Playlist, точнее ссылочку на эту самую программу, я оставлю у себя в паблике, ссылку на которую ты сможешь найти в описании под этим роликом. Можешь подписаться, это абсолютно бесплатно, впрочем, то же самое, как и скачать приложение, которое также является бесплатным. Как записывать экран твоего iPhone или iPad без джейлбрейка? Полезные лайфхаки для iOS? Как правильно фармить на танчиках вот и где отведать правильные шавермы в СПБ? Все это ты сможешь найти на канале Макса Оскол ТВ. Подписывайся уже, ссылка в описании. Опять-таки, рассказывать тебе, как скачивать музыку, думаю, не нужно. Все, что тебе необходимо сделать, это зайти в приложение, выполнить вход со своими данными, опять же, это может быть либо номер телефона, либо же адрес электронной почты, и само собой тебе необходимо ввести пароль. Все, далее ты переходишь в левую вкладку, точнее в эту самую панельку, делаешь свайп слева направо, и у тебя открывается полноценный мир возможностей для скачивания музыки из социальной сети ВКонтакте. Можешь качать как из своих аудиозаписей, так и из поиска. Можешь немного потылить музыки у сообщества, опять же, у групп, у пабликов, у своих друзей. Это все, опять же, максимально просто, быстро, бесплатно, но единственным минусом приложения является реклама. Скачал, на рекламу вообще внимания не обращай, слушаешь музыку в свое удовольствие, в высоком качестве, разрешении, также показывается битрейт, это немаловажно, скачивание происходит быстро, безопасно для твоего устройства и на самом деле все прям вот четенько, как надо. На сегодня это все, но перед тем, как ты закроешь видео, у меня будет к тебе небольшая просьба. Во-первых, пожалуйста, распространи это видео среди своих родственников и друзей во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. Опять же, можешь это сделать в Твиттере, во ВКонтакте, для того, чтобы еще больше народу узнали об этом спасительном приложении для скачивания музыки из ВКонтакте в офлайн. Ну и, соответственно, если я помог тебе, подпишись на канал, поставь лайк этому ролику и обязательно жмякни на колокольчик, для того, чтобы не пропускать самые последние и годные ролики канала Apple Finder. До скорого, пока!